2013 году на территории регионального индустриального парка «Невинномысск» в Ставропольском крае был успешно реализован один из проектов корпорации развития Северного Кавказа по развитию национального аэрозольного кластера. Проектом предусмотрено создание совместного российско-греческого предприятия по производству рандолей, заготовок для изготовления алюминиевых аэрозольных баллонов, а также модернизацию и развитие складского комплекса для аэрозольной продукции. Ну, национальный аэрозольный кластер – это был наш первый проект в области промышленности и первый проект, который мы смогли сделать с участием иностранных инвесторов. Смысл этого проекта был в том, чтобы локализовать производство определенных комплектующих для производства аэрозольных баллонов здесь, на территории Ставропольского края. До этого комплектующие завозили из Греции. И, конечно, когда, в общем-то, алюминий производится в России, потом он едет в Грецию, там из него делают рандоли, и обратно он приезжает сюда, это не самый эффективный, наверное, способ производства. Поэтому проект очень сильно помог сэкономить и удешевить себестоимость продукции, которая здесь делается. До запуска прокатной линии заготовки закупались преимущественно у греческой компании «Алюман», ставшей теперь партнером крупнейшего российского производителя парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии в аэрозольной упаковке компании «Арнест». Запуск рандольного производства на территории Невинномысска дает дополнительные преимущества не только участникам аэрозольного кластера, но и Ставропольскому краю, выводя его на уровень наиболее динамично развивающихся регионов страны. На локальном уровне проект привлекателен своим социально-экономическим эффектом. При выходе проекта на полную производственную мощность ежегодный объем налоговых поступлений составит порядка 100 миллионов рублей. При этом будет создано более 200 прямых рабочих мест и 400 косвенных. В июле 2013 года в День металлурга состоялся торжественный запуск завода «Алюмар», уникального в плане своей технологичности и производственных мощностей. На сегодняшний день в России нет аналогичных производств, позволяющих организовать беспрерывный процесс изготовления рандолей от выплавки алюминия до термической и механической обработки заготовок. Первый этап реализации проекта составляет выпуск рандели 6 тысяч тонн в год. При условии реализации второй очереди мы сможем выпускать порядка 15 тысяч тонн ранделей. Но для этого уже необходимо искать рынки сбыта за пределами России. Около 3500 тонн заготовок из общего объема производства будет использоваться группой компаний «Арнест». Остальная продукция будет реализовываться в России и ближнем зарубежье. В рамках второго подпроекта национального аэрозольного кластера запланирован комплекс мероприятий по повышению эффективности логистических услуг и модернизации складского комплекса «Терминал» площадью 11 тысяч квадратных метров, используемого для размещения и предпродажной подготовки продукции компании «Арнест». Общий объем средств, инвестированных в развитие национального аэрозольного кластера, составил 470 миллионов рублей, из которых 196 миллионов – вложения корпорации развития Северного Кавказа. Остальные средства – инвестиции «Арнеста» и греческого партнера проекта – компании «Алюман». Успешная реализация этого проекта является важным шагом к формированию национального аэрозольного кластера, предоставляя региону новые возможности в трансфере современных технологий, снижении зависимости Ставропольского края от импортных комплектующих. Проект обладает целым рядом критериев, повышающих инвестиционную привлекательность региона в промышленном секторе. Как партнер корпорации развития Северного Кавказа и поблагодарить за успешную, очень результативную работу, за то доверие, которое было оказано
национальному разорному кластеру и хотел бы себя видеть и наше предприятие вот в тех проектах, в которых будет участвовать КРСК.